Я так думаю, что санкции – это вообще ура этим санкциям. Я поднимаю руки за это, потому что это здорово. Наконец-то вот эта 25-летняя лень, которая вдруг родилась в нашей стране, вот это отсутствие совершенно самопроизводства, производства как такового, понимаете, это все следствие такой политики, которая сегодня у нас, к сожалению, такой иждивенческой политики, нефтяной. Понимаете? Поэтому, когда люди перестали работать, я помню, сейчас проезжал мимо Макдональдса, увидел такую картину, что везде работают не русские, да? Не хочу никого обидеть, но когда Макдональдсы даже те же самые американские только открывались, туда была очередь на места, чтобы там работать, правильно? Сегодня никто этим не хочет заниматься. Люди совершенно потеряли реальность. Мы ничего не хотим производить. Я думаю, что санкции мы должны просто взять, мы все умеем. Мы должны внутри поменять идеологию государства. Эти санкции только плюс, на мой взгляд. Иждивенческая позиция России. И если мы будем сильными, нам будет абсолютно наплевать, что там происходит в этом мире. Нам абсолютно будет, что там сбоку, если мы будем и в военном отношении сильны, и в материальном отношении сильны, а мы только сами можем это сделать. А если сейчас опять поднять руки и сказать, вот нас пожалеете, дайте нам возможность... Можно было все иначе делать. Мы все умеем, но мы так обленились это делать. Нужно заставить людей просто понимать реальность, а не жить на готовом, понимаете? Чем Европа славится? Чем все? Работай. Система должна работать. У нас едешь по Москве и говоришь, а что пробки? Что мы так много будем? Да потому что пол страны не работает. Все пользуются теми благами, которые дают нефтяные запасы. Вот я честно скажу.